у многих руководителей есть такое мнение, что если я делаю что-то очень хорошее для сотрудников, то в нерабочее время они должны быть рады это получить. Например, какой-то корпоратив, команда образования или обучение, но сотрудник мыслит по-другому. Работодатель его вытаскивает в нерабочее время, отрывает личного, подо что он, в принципе, не подписывался. И один собственник так решил организовать обучение. Ему кажется, что оно очень полезное, очень важное. Ну, действительно, так и есть. Для своих сотрудников в выходной день. И он словил такое сопротивление. Говорит, да вы что, вообще что ли? Начал их продавливать. И у него возник конфликт. Часть сотрудников поувольнялась. Для сравнения. Компания «Мегафон», где я работал, обучение было принято проводить в выходной день, но в итоге его сделали, ну, конкретно, да, в Поволжском регионе, сделали добровольно. Сказали, вот мы приглашаем такого-то тренера, это стоит денег, компания деньги вложила. Вы хотите обучаться, вложите свое время. Никого не заставляем, никаких там приказов о выходе. Нет, пожалуйста, хотите, приходите учиться. Не хотите, хорошо, будут учиться те, кому это надо. Вот и все. Если в госструктурах там очень часто идет перегрузка, совещание по субботам, вообще норма, то там изначально сотрудник, когда устраивается, с ним подписывают договор трудовой, в котором указано, что здесь ненормированный рабочий день. То есть ему тоже создают определенные ожидания. В других компаниях, если какое-то мероприятие в выходной день проводится, например, стратегическая сессия, часто мы проводим, тренинг в выходной день бывает, то тогда издают приказ о выходе сотрудника, и им оплачивается это как рабочий день. То есть все зависит от того, какие ожидания вы на входе сформировали у сотрудника. Если вы сразу сказали, что у нас по выходным проводятся такие-то, такие-то мероприятия, то окей, хорошо, он согласился, он подписался, дальше будет все выполняться. Но если вы этого забыли сделать, и вдруг решили сделать такой приятный сюрприз теперь, что вы по выходным будете участвовать в придуманных мной мероприятиях, то будьте готовы отловить сопротивление. То есть вам нужно в этом случае либо же поговорить, обсудить, у меня есть такая идея, как вы к этому относитесь и какие будут предложения, либо же сделать это добровольным, либо сделать это в рабочее время, либо сдавать приказ и оплачивать тогда выход.